Последнее время у голландцев это не слишком часто получается. Они пропустили чемпионат Европы 2016, они сейчас идут лишь на четвертом месте в отборе на чемпионат мира, и у них сменился главный тренер, был отправлен в отставку Дани Блинт, и вот теперь Фред Грим, исполняющий обязанности, будем об этом говорить. Состав сборной Голландии на ваших экранах: Ерунзе, третий — Бруно Мартинс Индии, четвертый — Уэсли Худ, пятый — Дейли Блинт, десятый — Дэви Классен, восьмой — Жоржини Вейналдум, шестой — Кевин Стротман, одиннадцатый — Квинси Промес, седьмой — Джерман Ленц, девятый — Мемфис Депай. И сборная Италии. 12-й номер в воротах — де Леонардо Бонуччи, пятый — Даниэле Ругани, 16-й — капитан команды — Даниэле Де Росси, 18-й — Марко Пароло, 10-й — Марсный. Я уверен, Джампьеро Вентура в этом тоже не сомневается. Поехали. Сборная Голландии в оранжевой форме. Итальянцы сегодня в белой форме, у тех, у других очень красивые. Дерросси, красивая передача. Иммобили уже здесь. Эдер смещается под левую. Удар хороший. Уходя, бразилец. Ариунда. Так раньше называли. Да и сейчас продолжают, в общем, называть. Опасно. Классен, промес. Передача и гол забивает голландская сборная. 1-0 на 10-й минуте. Это автогол. Влетает мяч в ворота, по-моему, от Алессио Романьоли. Поздравляют друг друга голландцы. Какой же важный для них мяч. Не важно как, важно, что забили. Заковыряли, запихали. И пусть Амстердам-арена порадуется. Смотрим еще раз. Промес на Классена, Классен на Промеса. И здесь, да, два рикошета сразу. Просто очень не повезло защитникам сборной Италии. Они не виноваты. Тот случай, когда Промес сыграл с ними, как будто они бочки, расставленные на тренировке. Но в данном случае бочку проиграли. Хотя мы знаем, что в анекдоте им доводилось. И все так плохо у сборной Голландии. Алессио Романьоли. Автогол на 10-й минуте. Чем ответит Италия? Заброс в штрафную. Подбор за Эдером. Удар в дальний угол. Сразу 1-1. Минуты не прошло. Эдер сравнивает счет. Вот это футбол. Четвертый мяч за итальянскую сборную забивает Эдер. Марко Верратти. Не самый точный был навес. Ну и здесь почему-то настолько бесхитростно Уэсли Худ выбивает мяч прямо по центру. И никто не успевает накрыть Эдера. И тот плотно с подъема, с отскоком бьет в дальний угол. Недосягаемо для Герона Зута. Эдер сильный нападающий. Да, у него были не Пангало, то это вариант. Итальянцы атакуют. Бруно Мартинс Индия. Опять непонятное что-то в защите голландской, с капитанской повязкой. Ну вот тоже один из сильнейших опорных полузащитников. Депай на дальнюю штангу. Удар, перекладина. Вот так, неплохо. Бруно Мартинс Инди, сверкнув какие-то свои сильные качества, сборной Голландии реализовывает. Игра на втором этаже вполне сюда входит. Опять Алессио Романьоли. Смотрим еще раз на удар Бруно Мартинс Инди. Он опять, кстати, попал в соперника. Мог бы тут Романьоли. Второй его матч в составе национальной команды. Опасно! Спасает первый раз Ерун Зут, а второй раз уже не спасает. И Леонардо Бонуччи выводит сборную Италии вперед. 2-1. Все плохо. Все очень плохо у голландской сборной. Ну и итальянцы, конечно, радуются своим успехам. Тем более, что их болельщики тоже приехали в Амстердам. На ближнюю штангу выиграл воздух в итоге Марко Пароло. Так никто его и не закрыл. Он вообще один. Он был просто один. Вытаскивает зуб, но тут очень сложно отбить сторону или зафиксировать. И добивает буквально с метра мяч Леонардо Бонуччи. Бонуччи налево, ошибается Леонардо, подставляя Алессио Романьоли. Пас на Промеса, Квинси, штрафной удар в дальний угол. Джанлуиджи Донарума. Ну, Промес не очень здорово пробил, прямо скажем. Тем не менее, Донарума был готов вытягивать и существенно более сложный удар. Не прав Бонуччи. Депай молодец, что поделился мячом. Промес убрал вроде бы Ругани, но... Ну, сложно отсюда забить прямым ударом, конечно. Тем более, что прямо...
Уэсли Снайдер, по-моему. Но это чуть позже обсудим. Спинацола, выход 1-1. Удар в дальний угол. Тащи. Неважно как. Важно, что забили. Заковыряли, запихали. И пусть Амстердам-арена порадуется. Смотрим еще раз. Промес на Классена. Классен на Промеса. И здесь, да, два рикошета сразу. Просто очень не повезло защитникам сборной Италии. Они не виноваты. Тот случай, когда Промес сыграл с ними, как будто они бочки, расставленные на тренировке. Но в данном случае бочку проиграли. Хотя мы знаем, что в анекдоте им доводилось и все так плохо у сборной Голландии. Олесио Романьоли. Автогол на 10-й минуте. Чем ответит Италия? Заброс в штрафную. В последнее время у голландцев это не слишком часто получается. Они пропустили чемпионат Европы 2016. Они сейчас идут лишь на 4-м месте в отборе на чемпионат мира. И у них сменился главный тренер. Был отправлен в отставку Дани Блинт. И вот теперь Фред Грим, исполняющий обязанности. Будем об этом говорить. Состав сборной Голландии на ваших экранах. Ерунзу. Третий Бруно Мартинс Индии. Четвертый Уэсли Худ. Пятый Дейли Блинт. Десятый Дэви Классен, восьмой Жоржини Вейналдум, шестой Кевин Стротман, одиннадцатый Квинси Промес, седьмой Джерман Ленс, девятый Мемфис Депай. И сборная Италии. 12-й номер в воротах Леонардо Бонуччи, пятый Даниэле Ругани, 16-й капитан команды Даниэле Де Росси, 18-й Марко Пароло, 10-й Марко Пароло. Я уверен, Джампьеро Вентура в этом тоже не сомневается. Поехали, сборная Голландии в оранжевой форме. Подбор за Эдером, удар в дальний угол, сразу 1-1. Минуты не прошло. Эдер сравнивает счет. Вот это футбол. Четвертый мяч за итальянскую сборную забивает Эдер. Марко Верратти. Не самый точный был навес. Ну и здесь почему-то настолько бесхитростно Уэсли Худ выбивает мяч прямо по центру. И никто не успевает накрыть Эдера. И тот... плотно, с подъема, с отскоком бьет в дальний угол. Недосягаемо для Герона Зута. Эдер сильный нападающий. Да, у него были не пангало, то это вариант. Итальянцы атакуют. Бруно Мартинс Инди. Опять непонятное что-то в защите голландской, но с капитанской повязкой. Ну вот тоже один из сильнейших опорных полузащитников. Депай на дальнюю штангу. Удар, перекладина. Вот так, неплохо. Бруно Мартинс Инди, сверкнув какие-то свои сильные качества, сборной Голландии реализовывать. Игра на втором этаже вполне сюда входит. Опять Олесио Романьоли. Смотрим еще раз на удар Бруно Мартинса Инди. Он опять, кстати, попал в соперника. Мог бы тут Романьоли. Второй его матч в составе национальной команды. Опасно! Спасает первый раз Ерон Зута. Второй раз уже не спасает. И Леонардо Бонуччи выводит сборную Италии вперед. 2-1. Все плохо. Итальянцы сегодня в белой форме, у тех, у других очень красиво. Росси, красивая передача. Иммобили уже здесь. Эдер смещается под левую. Удар хороший. Уходя, бразилец. Ариунда. Так раньше называли. И сейчас продолжают, в общем, называть. Опасно. Классен, промес. Передача и гол забивает голландская сборная. 1-0 на 10-й минуте. Это автогол. Влетает мяч в ворота, по-моему, от Олесио Романьоли. Поздравляют друг друга голландцы. Какой же важный для них мяч.